Добрый день, мои друзья! Вы на канале Александр Винокуров. Я живу в Берлине, но сейчас начались школьные каникулы, и я переехал в Голландию. Это такой парк недалеко от города Гронинген. И сегодня с этого прекрасного места, такие маленькие домики, прекрасная очень природа, очень свежий воздух и даже птички, я запишу для моих учеников, покажу репертуар для кларнета, которые я даю тем ученикам, которые у меня уже занимаются и освоили первую октаву, и даже немножко вторую. Я подписываю им ноты специально в удобной для них аппликатуре. Я дирижер, и мы развиваем три вида памяти. Да? Первая память – это слуховая. Мы слушаем, как я играю, мы слушаем эти произведения. Вторая – это зрительная. Я ученикам даю ноты, это бонус моих учеников. И моторика пальцев, это вот, как бы мы развиваем моторику пальцев, они сами потом играют эти произведения и развивают моторику пальцев. Итак, мы слушаем первое произведение, это мелодия Рубинштейна. Тут будет три бемоля. Значит, си бемоль, кто еще не знает, ми бемоль вот так берется, и ля бемоль так берется, да? Вот, слушаем первую часть. Вы услышали сейчас незнакомые нотки, да, это вот нотки были ре бемоль, как до диез, вот так он берется, да, и нотки до бемоль, да, это нотка до бемоль у нас, тоже у нас, кто знает, что такое бемоль, это понижение на полтона, да, и я сейчас не буду показывать, это тема моего следующего занятия, и это была тема немножко, как бы, дальше пойдет, мои ученики, конечно, со мной разбирают по тактам эти произведения. А сейчас мы снова повторяем первую часть. Конечно, ветер, да, листочек у нас убежал, и играем дальше. Повторим еще раз. Пошла вторая октава. Я сыграю для тех, кто уже у меня играет эти произведения. На вторую октаву нотку ми бемоль и вниз.
теперь, как я и обещал вам, второе произведение. Оно будет немножко попроще, да, чем первое. Я не разбираю эти произведения. Обычно я разбираю с учениками их, а сегодня я просто для вас играю, как они звучат. Итак, Дворжик. Простое произведение для начинающих, и я думаю, что все мои ученики могут это с легкостью сыграть. С вами был Саймон Акурис, преподаватель по инструменту кларнет из Голландии.